Полевой салат. Классификация разнообразие. Полевой салат или маш-салат принадлежит к семейству жимолостные каприфолиасия. Это растение культивируют зимой или ранней весной. Есть три культивируемых вида. Валерианелла локуста, олитория. Валерианелла эреокарпа и валерианелла дентат. Вид салата валерианелла эреокарпа более нежный, выращиваемый в основном в Италии и на юге Франции. В Европе полевой салат растет в диком виде. Опыление. Полевой салат является автогамным растением. Цветки обоеполые и самоопыляемые. То есть в одном цветке имеются мужские и женские органы, совместимые друг с другом. Однако существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными сортами. Оба вида локуста и эреокарпа не скрещиваются друг с другом. Но остерегайтесь дикого полевого салата, который может скрещиваться с культурными сортами. Чтобы избежать скрещивания, два сорта одного и того же вида полевого салата выращивают на расстоянии 50 метров друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 30 метров, если есть такой естественный барьер, как живая изгородь. Цикл развития полевого салата. Выращивайте семенные растения полевого салата так же, как и для потребления. Высевает салат ранней осенью. Он перезимует в саду, а следующей весной растение зацветет и даст семена. Вам нужно вырастить 50 растений, чтобы обеспечить хорошее генетическое разнообразие. Не срезайте ни одного листика с растений, отведенных для производства семян. Критериями отбора семенных растений могут быть морозостойкость, размер, форма и цвет листка, устойчивость к грибковым заболеваниям в период цветения. Убедитесь, что вы устранили нетипичные или плохо развитые растения. Семена созревают постепенно, в течение длительного времени и очень легко осыпаются. Вам необходимо следить за зрелостью семенных растений и не ждать их полного высыхания.
Для лучшего результата подождите, когда половина семян на растении созрела, и тогда начинайте собирать его. Чтобы не потерять слишком много семян во время сбора урожая, вам следует позаботиться о выстилании ткани под растениями. Дайте им окончательно просохнуть в сухом проветриваемом месте в течение 2-3 недель. Во избежание перегрева растительной массы не сваливайте в кучу урожай. Вам необходимо внимательно следить за процессом сушки. Извлечение, сортировка и хранение семян. В солнечный день, чтобы извлечь семена из стручков, разотрите сухие цветоносные стебли растения. Не пытайтесь извлечь последние маленькие семена, поскольку они точно не созрели. Сортируйте семена просеиванием их через разные сито, чтобы устранить солому, а затем и мелкие отходы. Далее вам необходимо их веять, например, с помощью ветра. На этом этапе семена еще не имеют своего окончательного цвета, они будут темнеть во время хранения. Семена имеют период покоя 2 месяца, но коэффициент прорастания улучшается через год или даже через 2 года. Поэтому вам лучше высевать семена, собранные в предыдущие годы. Всегда помещайте в пакет с семенами этикетку с названием сорта, вида и года производства. Потому что иногда надпись на пакете может стереться. Положите семена в морозильную камеру на несколько дней, чтобы уничтожить паразитов. Полевой салат имеет среднюю восхожесть 5 лет. Его хранение в морозильной камере продлевает эту продолжительность.